Мед мой. А, и вот это дай мне. Он забери у него. У кого? Вот этого вот? Да, да, да. А, вот Турчинский. Кто у него спер? Да любого, я. Возьми, вон они там. Там куча их. Только их не... Слышно. А что у них? Это где самолет летал тогда, блин? Так а что лучше взять, СВТ или Мосин? СВТ. СВТ. Это скорострельный Мосин. А, да, скорострельный. В технике есть гранаты. О, карта есть. Радио есть. Какая там частота-то у нас? 100. 100. Рация есть, ништяк. Ну, у некоторых есть. А, у некоторых. Эй, what's up, nigga? Can you hear me? Понятно. Че, не это? Не бубу они. Бубы не отзываются. На 100 настроен? Да, на сотню настроен, частота 100. А, вот, слышно теперь. Что, что, что? Да, чё, поедем? Ну, я на 100. Слышно, у меня нет рации. Ну, мне повезло. Машина еще закрыта. Печаль, беда. Слышно. Кому нибудь рацию скинуть, скину в эту рацию. Зачем? Я просто... Так у меня, есть одна рация, это вторая. Окей. Дайте мне тоже. Только одна. Репит. Да. А вот тут эти черти, тебе дайте, там есть что-нибудь? Нет, у меня есть. Вот. Хорошо. Все, поехали. Куда садиться-то? Да в любую первую вот эту вот машину берем. Везите и нас, короче. Так тут фристайм, как я понял, да? Да они уже стартнули. Они уже там едут, а мы уже здесь стоим. А куда ехать? Везите. Машина как стоят на пути, вот туда ехать. Я за 2 часа на спуск еще ни разу не нажал. Меня постоянно где-то жгут. То в беттерах, то еще где-нибудь. Водитель есть? Короче, все поехали. Нет. Я водитель. Водитель есть. Телега движется. А досочки хорошие. Едем заново, да? Села. Да-да-да. Кто-то гуталином каким-то зеленым обмазюхал. Именно. Кстати, у меня моделька игрока тоже чудо в гуталине, хотя я ее не выбирал. Там везде она. Это не гуталин, сынок, это грязь и зеленка. А, это у меня типа это как его? Как она называется, эта болезнь? Альцгеймера. Эй, это тоже. От нее все беды. Сейчас самолеты скоро появятся. И нам будет пипец. Они там без будут листовки раскидывать. Да, да, да. Остальные. Светлова. Так, а мне надо... Я думаю, уже остановиться, не отвечает в поворота, я его садиться буду. Рации нет, ориентируйся на всех. Раз. Единственный медик вообще-то. Слышно. Кричать будем. Рацию будете лезть. Первый раз в кузове машины такой еду. Я все время здесь водителем был. Да, да. Слышишь, как хорошо там. Правда, первыми ловчей ехать, пыль не глотаешь. Угу. Зато пейзажик нормально открывается. А там как в скорлупе. Нет. Ты загнул палку, тут все нормально. Так, я думаю, давайте-ка мы здесь вторая машина, тормозни, мы вылезем, наверное, да? Давайте-ка выходить, я уже боюсь дальше ехать. Стопэ, стопэ, братуха! Враг на севере, если что. БМ на полосе.
Да глушите эту телегу. Ты чё, тут будешь? Они уже там, они уже... Машину вижу, вижу, едет машина, машина едет. По болоту, гасите ее, гасите. Азимут. Все умер? Нет. Ты... Нет. А там кто? Потом... Кто? Да, репит. Ты противник. А? Немец? Кто там убоем? По БМу не бейте, там свой. Свой? Свой, свой, свой это. Сейчас я проберусь к нему уже, мы сейчас откроем. А, черт, пулемет подтащили. Давайте дымами, дымами. Азимут, можете сказать? Метки ставьте, метки ставьте. Ой, зря я дым кинул, сейчас сюда самолет отработает. Давай метку на врага. Что-то я понять ни хрена. Ага. Нам вон туда, где дым, в сторону дыма, по идее. Пипит. Ау. Где противник? На 20, на 30. Я знаю. Не, один, да, один пулеметчик там, а вообще вся замамануха. Оттуда 20, 25. Оттуда выстрелы. О, слышь? Если увидишь, скажи, где он. Да, вижу, вижу. В низине. Видишь вспышки? Вспышки видел? Вспышки видел? Там? Правее бери! Вертушка? Да я понимаю, мы от нее никуда не денемся! Он бежит, он по кромке! Где березки маленькие, молодые? Пробежал еще правее! Паша, как там дела с машиной? Я думаю, что больше... Я думаю, он больше не ответит. Аудитория, отсюда на 45-50. На 50 даже, зеленка где-то там он. Я понял, сейчас пробьем. Вот между двух этих березок. А большой... Да-да, вижу. Ниже, ниже бери. Стой, 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 все, все, походу, отыграл. Понял, понял, понял. Ты стрелял? Да, проконтролирую. Так, второй, какой план? Через дорогу нам, по идее, надо. Через дорогу, там машинка. Да там, я вижу. Эй, не кучкуйтесь, парни, там. Не надо. Сейчас воздух зайдет, нам пипец будет. Да-да-да.
Видишь еще кого? Да ни хрена там больше не видать. Шо у них за пулемет такой сказ? Мне патроны нужны, у меня два этого барабана. Ну ты особо не строчи. Где машина? Танк вижу и пусковую машину вижу. Что у нас с воздухом? Он нас дрочить будет, на открытую местность не вылезай. А вот он летает, что это вообще? Дора что ли? Да хер его знает, я не знаю. Ты на крике? Против американцев? Да, я на крике. Немцев, немцев. Кто кряхтит? Ты? Я. Я, стой, дай я тебя посмотрю. Да не я, не он, не я. А. Ауди. Если там прайс пилот, то он сейчас... Чё тебе морфин дам? Морфин есть у меня уже, я вколол. Адреналин тебе? Не, не надо. А вон они это, телегу расстреливают. Надо самолет какой-то положить. А как ты его положишь? Надо, наверное, ты ещё кто-нибудь оставил. Вижу, противник на стороне другой бежит, к машине, походу, где к Белому дому подходит. Аудитория здесь? Вижу, там кто-то бегает. Да, у палатки. У палатки. Будь готов туда пострелять. Там еще один, еще один. Ух ты! Гонза. Прямо в ноготь мне попали. Угу. Походу отомстил Корус. Не, МГ 30 с 40 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
Не, мне кажется, воздух надо убирать. Без воздуха было бы интересней. Ну, да, а я... чем воздух помешал? Ну, он, допустим, у БМК вообще убил всех. Ну, и он, но... получается, без это самое... Бессмертный. Да, то есть там война пилотов и все. Да бабки там тушку в этой... Нет, тут средств уничтожения этих самолетов. Грузовик. Не, ну смотри, кстати говоря, если ставить окопы, да, то можно и за окопами эти флаки поставить. Ну да, кстати. Только их надо тогда оттачить, иначе их таскать будут. А они таскать будут? Да? Тогда оттачить надо. Ой, какой ужас, здесь просто голое поле, здесь трава не прорисовывается абсолютно, нет, даже кусты. Пусть пытаются таскать, поломают себе все. Может перетащат как им надо, потеряют в итоге. Это просто жесть. Я тогда вот что сделаю. Прям целую линию. БМ-ку переставлю на ЖД пути, на платформу поставлю. Два локомотива. А окопы будут или не окопы, с двух сторон в лужах этих. Не, не в лужах, а в бережки. Знаешь, там и там бережки, а сами бережки. Ну да, на берега. Газоник, газоник. Это ведовское вот это сражение, которое где-то окопная война была. Кого я убил? Своих? Иванчика. Лол, мы не убили. Репит. Да.